Что делать, если управляющая компания не выполняет обязательства или плата за квартиру слишком высока? На эти вопросы ответят специалисты жилищной инспекции, регионального агентства энергоресурсосбережения и многих других организаций на дне грамотного потребления услуг ЖКХ. Мероприятие пройдет завтра в столице республики с 11 утра до 3 часов дня по адресу Лермонтова, 49, в отделении Сбербанка России. Для гостей организуют юридические консультации по правовой защите в сфере ЖКХ.